Всем привет! Распаковка, вечерняя распаковка, смартфон от компании Samsung. Это у нас супербюджетник Galaxy A11. В настоящее время смартфон уже считается такой ценовой категории, как дешевый. У меня, смотрите, кстати, указан мобильный телефон. У меня 32 гигабайта встроенный, 2 оперативки. Тут две пломбочки, которые придется сейчас разрезать. Упаковка так себе, говняненькая. Подача у Самсунга, мягко говоря, не очень. Очень хотелось бы видеть лучшую упаковку. Ну, к примеру, вот основной его конкурент Redmi 9, распаковка которого уже была у меня на канале. Смотрите, как упакован. Красиво, нарядно, звонко и по красоте. Коробка какого-то грязно-белого цвета, принт неяркий. Ну, в общем, на подарок, конечно, смотрится так себе. Возможно, они удивят тем, что внутри этой коробочки. Давайте вместе рассмотрим. Сейчас мы еще сравним его с Redmi 9 немножко вскользь, так как они выглядят вместе, посмотрим. Ну и что-нибудь, может быть, еще какие-то мои выводы здесь будут в этом видео. Ссылки будут в описании, можете перейти, посмотреть, сколько он сейчас стоит, лучшее предложение. Конечно, перед покупкой я ознакомился с характеристиками смартфона. И знаете, на бумаге, в принципе, очень неплохо. Snapdragon 450, блин, ему уже, наверное, конечно, года два около этого. Это довольно-таки устаревший процессор, графический процессор. По-моему, у него Adreno 505 или 506, уже подзабыл. Ну, в общем, такое себе решение, но все-таки я считаю, что довольно-таки неплохое решение для данной ценовой категории. Все же лучше, чем какой-нибудь Exynos, совсем слабенький. Так, ладно, нас встречает вот такой вот конвертик с надписью Samsung. Что же в нем? Скорее всего, одни бумаженцы. К сожалению, Samsung не кладет никаких чехлов, как то, допустим, у Redmi 9. Не клеит защитную пленку на свои смартфоны. Да, здесь обыкновенные бумаженцы. Вот такая у них бедная комплектация. А хотелось бы видеть, ну, хоть что-нибудь для начального уровня, тем более дешевый аппарат. Вы столько сэкономили на коробке, ну, положите сюда уже, наконец-таки, силиконовый чехол. Хотя бы для начала. Про пленку я молчу. Итак, у нас тройная камера за эту цену, очень неплохо. Безграничный экран 6,4 дюйма. Кстати говоря, с левой стороны у нас отверстие под фронтальную камеру. И аккумулятор на целых 4000 мАч, плюс быстрая зарядка. Я выбрал белый цвет и вам того же советую, потому как вроде бы как он глянцевый. Да, он глянцевый. На белом цвете все-таки и отпечатки будут поменьше заметные. Ну и царапины то же самое. На черном, если тоже глянец, это будет беда-бедой. Так, большой плюс, сразу плюс с коробки, это наличие Type-C. И блок зарядный у нас, первый сюрприз. Блок аж на 15 Вт. Здесь преимущество даже перед Redmi 9. Там 10-ваттная зарядка, здесь прям молодцы. Следующая распаковка на канале, это будет аппарат Redmi 9A. Так что подпишитесь на канал, будет интересно. Ну-ка. Да, глянец, но хочу отметить, что он выглядит достаточно симпатично. Вот так вот у нас оформлены красивенько, симпатично камеры. Слушайте, ну он мне нравится. Он симпатичный, его приятно удерживать в руке. Это такой, знаете, лодочка сделана, то есть корпус весь цельный. И в этой лодочке помещено безграничное пространство дисплея. С отверстия 3,5 мини-джек. Здесь у нас отверстие шумоподавления при разговорах и записи видео. Лоток у нас с левой стороны, по правой кнопка включения-выключения, громкость плюс-минус. Снизу расположена зарядочка Type-C, здесь динамик и микрофон разговорный. На тыльной стороне сканер отпечатков пальцев. Запускаем смартфон, смотрим. Samsung Galaxy A11. Пройдем по характеристикам. У нас дисплей 6,4 дюйма, разрешение 1560x720, это 19,5x9 формат, 268 ppi, ну, естественно, сенсорный экран, Gorilla Glass, 82% занимает дисплей общей полезной площади. Далее, аппаратная часть у нас, как я уже сказал, Snapdragon 450, 8-ядерный процессор, 2,32 гигабайта встроенный. Максимальный объем карты, которую можно сюда запихнуть, 512 гигабайт. В Antutu он набирает 87 тысяч баллов, так называемых попугайчиков. Сзади у нас основных три камеры, три линзы. Расположена в самом верху 13-мегапиксельная линза. Апертура 1.8. Далее идет у нас ультраширокий объектив 5 мегапикселей, апертурой 2.2. Ну и третий объектив у нас портретный режим, всего лишь 2 мегапикселя. Видео у нас камера записывает Full HD 30 кадров. Как и основной модуль, так и, кстати говоря, фронтальная камера. Фронтальная камера у нас 108 мегапикселей, апертурой 2.0. Теперь посмотрим на его конкурента.
Redmi 9. Redmi 9 по некоторым позициям выигрывает, ну вот так они выглядят. Плюс у Redmi 9 все-таки на один модуль больше. Хотя это не дает ему особого преимущества, надо сравнивать. По размеру. Так, Redmi 9 чуть-чуть повыше граммульку. По ширине одинаково. У Redmi 9, кстати, еще говоря, побольше аккумулятор на 5000 мАч. Но опять-таки надо тестировать, не факт, что это лучше. Корпус, конечно, красивый, приятный, вблизи, вот посмотрите, здесь надпись Samsung. Но есть одна вот незадача, что я заметил. Он крайне тонкий. То есть он прогибается под пальцем. Вот этого на самом деле в Redmi нет. Здесь это прямо ощущаешь. Очень тонкий пластик. Обратите внимание на нижний отступ, на бороду. Слушайте, ну, наверное, все же с Redmi 9 одинаково. Если только совсем чуть-чуть, у Redmi 9 поменьше рамка. Хотя не факт. Не факт, абсолютно. Еще минус я заметил на Samsung. Он, к сожалению, не поддерживает Wi-Fi 5-герцовый. Отсутствие 5-герцового Wi-Fi – это на самом деле расстройство. 5 Гц на Redmi 9 точно есть. И еще некоторое сравнение. Возможно, отверстие в левом углу под фронталку многим понравится более, чем каплевидный вырез, как на Redmi 9. Пишите в комментариях, что вам больше нравится. Отверстие слева или вот каплевидный вырез, как на Redmi 9. Размеры смартфона 16 см по высоте, 76 по ширине, в толщину всего лишь 8 мм. Вес устройства составляет всего лишь 177 грамм. Но это не мудрено, он маленький и пластиковый. По защите телефона есть распознавание лица и отпечатки пальцев. Ну, рисунок, пин-код, пароль, это все как обычно. Так, ну труба сейчас будет нещадно тупить, так что не обращайте внимания на эти глюки. Хочу отметить, что какой-то, знаете, не очень-то и сочный дисплей. Что у нас по яркости? Итак, ну яркость надо вот так вот сделать. Совсем другое дело. Что у нас тут еще интересного? Так. Ну-ка, приготовьтесь, друзья. Леди и джентльмены, в левом углу бесконтактная оплата. NFC. Дамы и господа, в правом углу Dolby Atmos, ёпта. Итак, функция NFC. Красавцы, молодцы. Однозначно еще хороший, еще один сюрприз в копилку Samsung Galaxy A11. По сути, этот аппарат стоит, ну, меньше десятки. И тем не менее, он предлагает бесконтактную оплату. Однозначно лайк. То есть, у нас имеется быстрая зарядка 15 Вт. У нас неплохой аккумулятор. В принципе, хороший, неплохой процессор 450 Snapdragon. Возможно, даже тяжелые игры потянет на средних настроечках. Ну вот NFC, ну короче, ну хороший набор. Я пока что его хвалю. Да, есть недостатки. Он, зараза, отвратительно пачкается, очень сильно замусоливается. Смотрите, разводы страшнейшие, олифобки нету здесь. Абсолютно. И что я заметил в процессе записи этого видео, я пытался его вот эту протереть как следует дисплей, но не получается. Только размазы. Вот сейчас об штанину беру, со всей его дури нажимаю. Вожу. Ну и шо? Смотрите, весь жир растерся, но так и не стерся. Вот, ну как такое возможно? Вообще нет олеофобного покрытия. Это просто трэш. Друзья, пишите в комментариях, как бы вы хотели бы себе получить смартфон без олеофобного покрытия. Еще такой минус отсутствия олеофобки. Когда вы будете играть в игрушки, у вас палец будет просто впиваться в стекло. Ну, неудобное управление. Однозначно минус. Так, ну что, я шлепнул две фоточки. Одну фоточку я шлепнул на основной модуль, вторая фотка будет у нас именно на ширик. Итак, что у меня получилось? Вот данным способом отработал основной модуль. Конечно, детализации никакая. Ну и вот на ширик. Хороший угол обхвата, неплохой. Но детализация 0. Тем более вечернее небо. Тут предъявлять я не буду. У главного конкурента Samsung Redmi 9 очень-очень хороша фронтальная камера. Давайте-ка посмотрим, что может нам предложить Samsung. Проходим на фронталочку. Итак, ну-ка. Одинаковые, кстати говоря, условия. Redmi 9 я снимал в таких же точно условиях, также вечером, в таком же освещении. Давайте посмотрим. Так, ну, знаете, я не скажу, что камера плохая, но я вижу много мыла. Если Redmi 9 прямо вот конкретно показывал щетину, то здесь я не вижу. Ну и детализация маски слегка потеряна. Ладно, делаем фоточку, смотрим, что получится. А ну, ядрен батон. Да, о чем я в принципе и говорил.
Все так и есть. Плохая детализация. Явно проигрывает она, по крайней мере, камера фронталка. Тому же самому Redmi 9. Там лучше. Там прям фронталка за свои деньги огонь. Здесь, ну, промах. Щетины нет. Детализация маски хромает. В общем-то, слабые камеры. Что основной модуль слабенький, что фронталка слабая. Это явно не камерафон за свои деньги, 100%. Фотографировать рекомендую только при хороших условиях, таких как, допустим, на природе, на отдыхе, вполне себе сойдет. Ну а также где-то сфотографировать ценник в магазине, я думаю, проблем не будет. У нас есть темная тема, вполне можете себе вот таким образом все оформить, красиво, симпатично. Можно сетку менять главного экрана, смотрите, 4:5, сетка экрана приложения меняется, кнопка экрана приложения, индикатор на значках. Короче, очень гибкая настройка, все благодаря оболочке Samsung. Полазите в настройках, вы наверняка подстроите под себя смартфон, настройте так, как вам надо. Теперь, пожалуй, стоит проверить сканер отпечатков пальцев, его быстродействие. Ну-ка. Так, неплохо. Ну. Еще раз. Еще раз. Медленно. Медленно по сравнению с Redmi 9, медленно. Там, конечно, сканер просто молниеносный. Ну, давайте для сравнения, чтобы не быть голословным. Смотрите. Просто моментально. Теперь берем Samsung. Ну, вот тебе, пожалуйста, два раза медленнее. Здесь Samsung проигрывает. Какой-то здесь сканер более, наверное, устаревший. Плавно передвигаемся в YouTube-чик. Смотрим на картинку, как обещано. И слушаем его главный основной динамик. Динамик пищащий, динамик без басов. Это не минус. Денег он стоит небольших. Поэтому динамик вполне себе ничего. Звонок, если вам кто-то позвонил, вы не пропустите. Это есть только плюс. Отлично. Басов? Да, нет. Высокие, низкие. Конечно, здесь монозвук. Неплохо, в принципе, звучит. Громкость. У меня, как видите, на всю. Давайте какую-нибудь другую еще мелодию. Да неплохой динамик. Еще один сюрприз и еще один повод купить этот смартфон. Так, а что у нас по разрешению? Я не проверил. 360 стоит. Ставим 720. Еще раз. Убираю громкость. Будем рассматривать чисто картинку, тем более такая уж интересная картинка. Ну, ёлка-палка, опять запачкался дисплей, это прям реальная проблема, посмотрите. Дисплей без олеофобного покрытия портит все ощущение от изображения матрицы. Пишите, как вам в комментариях матрица. На самом деле, претензия, наверное, все-таки я снимаю претензию. Неплохой дисплей за данную цену, очень неплохо. Большой такой приличный дисплей для просмотра контента вполне себе годен. Давайте-ка проверим еще перемоточку, как он перематывает. Ну, гляньте, неплохо, быстро, очень быстро. Хотя 2 Гц Wi-Fi, тем не менее, хорошо справляется. Ну, а по поводу красок, ну, что вы хотели? Меньше десятки стоит, ссылки в описании. Мы еще не посмотрели лоток. Сразу хочу подметить, что, к сожалению, нет никакой тут резиночки. Защиты от влаги нет абсолютно, но еще один плюс подъехал. Это у нас одновременно 2 сим-карты, и карту памяти можно поставить. Так что берите на 32 гигабайта, вполне себе расширяется до 512 мегабайт. И давайте подводить итог. Все же, рекомендую я его к покупке или нет? Все же рекомендую. За те деньги, которые нас просит Samsung, это хорошее приобретение. Как второй смартфон, как корпоративный смартфон или ребенку он вполне себе подходит. Также тем людям, которые, ну, понравится такая, знаете, нетленная классика. Хорошая лодочка, красивая, да, глянцевый, но он дешевый, можно даже не одевать сверху чехол. Итак, его недостатки и плюсы. Давайте начнем с недостатков, что я лично обнаружил. 2 гигабайта оперативки, это все же мало. Хотелось бы 3 за такую цену. Маловато, первый минус. Второй минус, это его комплектация. Она крайне небогата, нет ни защитного стекла, ни чехла, хотя бы силиконового дешевого. Далее, олеофобное покрытие, отсутствие. Большой минус, как по мне. Сильно пачкается, очень трудно оттирается. Хочу подметить слабые камеры. Может быть, с обновлением они что-то пофиксят, но на данный момент что фронталка, что основной модуль достаточно слабенькие по сравнению с конкурентами. Теперь о плюсах, о самом приятном. Неплохой, хороший дисплей, громкий звук. Далее, хороший аккумулятор на 4000 мАч.
Быстрая зарядка уже в комплекте, 15 Вт. Даже Redmi 9 себе такого не позволил. Далее, тройной слот. Естественно, вы все можете поставить без проблем. Что карту памяти, что две сим-карты. Type-C это также плюс. Далее. Вполне себе красивый, хороший, эргономичный дизайн. Он хорошо удерживается в руке, не выскальзывает, достаточно тоненький, приятный, да, глянцевый, но берите белый цвет и вы не пожалеете. Касаемо моего сравнения с Redmi 9, что бы я лично взял бы себе? Ну, если бы не заморачиваться с AliExpress, то, наверное, ну вот если бы мне надо было срочно и купить в магазине, скорее всего, я купил бы Samsung. Все-таки он немножко подешевле, чем Redmi, это надо учитывать. Очень трудный выбор, хотя чего я лукавлю, я бы купил бы, конечно, Redmi 9. Окей, Google, что выбрать, Redmi 9 или Samsung A11? Вот что мне удалось найти. Что тебе удалось найти, мать твою? Я надеюсь, это видео было для вас полезным, а потому, если это так, поставьте ему большой жирный лайк. Подпишитесь на канал, в скором времени распаковка Redmi 9A, будет интересно. Ну и напишите в комментариях, что бы вы выбрали из двух аппаратов, Samsung или Redmi. До новых встреч!